да. Если такой он Роспотребнадзор.
Волгограде. Итак, гандбол в Волгограде. Спустя две недели «Динамо Синара» проводит игру очередную чемпионата России «Олимпиад Суперлиги». И, конечно же, очень хочется посмотреть, с каким настроением и волгоградки, и гости из столичного луча снова окунутся в атмосферу этого праздника гандбола. Жаль, что вот праздник этот немножко такой неполноценный. Увы, зрители из-за пандемии не допущены на трибуны волгоградского зала «Динамо». К сожалению, у нас вот только журналисты и люди, которые отвечают за проведение соревнований, немножко так могут поддержать обе команды. Но, к сожалению, для всех любителей гандбола пока вот такие времена у нас. Но все-таки «Динамо Синара» — лидер шестерки «Б» чемпионата России.
принимает команду, которая занимает предпоследнее место в данной шестерке, столичный луч. Эти две команды уже встречались в нынешнем сезоне. Было это в первом туре 4 сентября в Москве. Волгоград выиграл со счетом 27-19. Очень интересная игра получилась. И главный тренер команды «Луч», бывший наставник «Динамо» Николай Измайлов, которому помогает его супруга Ирина Измайлова. И они сегодня приехали в Волгоград, их очень тепло встретили. Приложил все усилия для того, чтобы в первой игре «Луч» выглядел очень и очень неплохо. Но об этом чуть позже. А пока «Динамо» Синара в черной форме. Наши гости – столичный «Луч» в оранжевой. Итак, в атаке у нас сейчас московская команда. Смотрим, кто начинает эту игру. Задняя линия, 25-й номер команды гостей, Анастасия Федорова. На левом полусреднем в розыгрыше 26-й. Юлия Крупенникова, одна из лучших снайперов, 7-метровые отметки, забрасывающие мячи регулярно и входящая в топ-10 лучших снайперов по этому показателю в российской суперлиге. Пятый номер, линейная, высокорослая гандболистка Юлия Баева, о которой мы немножко попозже с вами еще поговорим. Забежала в линию, но сейчас вернулась на позицию правого полусреднего. И в линии у нас действует 66-й номер команды гостей Анастасия Шанова. Первый мяч сегодняшней встречи оформляет «Луч» и выходит вперед. Татьяна Захарова отличилась, 83-й номер, еще одна гандболистка, о которой, в принципе, можно многое рассказывать. Но пока у нас «Динамо» в атаке, в первой своей, смотрим, кто атакует у Волгограда. Поменялись местами сейчас Турусина на скамейку присела. Наверное, Вика у нас будет именно в обороне играть преимущественно в сегодняшнем матче. И ее заменила 71-й номер команды хозяев Елизавета Дудкина. Именно она сейчас в розыгрыше. Справа на задней линии Стаценко, слева Долматова. Белолипецкая в линии, вот такая карусель фирменная, динамовская, начиная с этого сезона. Вот этот новый главный тренер Олег Кулешов вносит такие изменения. В принципе, вот эту вертушечку видим постоянно, когда команда «Динамо» Синара атакует позиционно. Нет атаки, показывают арбитры, которые пока не представил. Воронежская пара, это у нас Кристина Казанцева и Алина Черникова. И первый мяч в исполнении «Динамо», только что наблюдали. Стефания Белолипецкая, 17 номер, линейный «Динамо» Синара, оформляет свой первый мяч и первый мяч своей команды сегодняшней встречи на 3-й минуте матча. «Динамо» Синара «Луч», продолжается атака команды гостей. Федорова с мячом. На левом краю у нас располагается как раз Захарова. Баева с мячом сейчас, передача на Крупенникову. Федорова подключает впервые сейчас партнера своего, который находится на позиции правого края. Это у нас 10-й номер, Мария Черняева. Теряют мяч в атаке игроки в оранжевой форме. И страж ворот «Динамо» Синара, который начинает эту игру, сегодняшний матч, 26-й номер команды хозяев Мария Дувакина. Очередная замена. Дубкина вновь выходит на позицию розыгрыша, меняет Турусину. Всех игроков представил, за исключением крайних у «Динамо» Старшова и Васильева. Юная гандболистка, которая пришлась ко двору команды Олега Кулешова. И сейчас, в принципе, именно она является основным игроком, который атакует на позиции крайнего в составе «Динамо» Синара. Долматова, поменялись местами сейчас с Дудкиной. Именно 36-й номер команды «Динамо» Синара разыгрывает, конструирует именно эту атаку. Вновь карусель, Стаценко. Кандидат в национальную сборную, которая сейчас, к сожалению, не вызвана была на матче с Германией. Товарищеский в составе ее не оказалось, но я думаю, что даже Стаценко пользы больше принесет как раз сейчас «Динамо» Синара. Ее посмотрели в составе сборной и остались довольны ее формой. Я думаю, что не за горами то время, когда она будет регулярно призываться под знамена национальной команды. Очень большой потенциал отмечают наставники, в том числе и сборной команды России. 2-1. «Динамо» вышло вперед. Долматова отличилась. И уже обороняются волгоградки. И здесь очень грамотно повела себя юная Софья Васильева. Нарушение правил. 9 метров быстро разыграно столичной командой. Крупенникова на Баеву передача. Высокорослая гандболистка. Игрок, который 34 мяча забросила в этом чемпионате. Является одной из лучших снайперов в российском первенстве. Но, кроме того, многие знают, что очень хорошо обороняется эта высокорослая гандболистка. Ну, с такими габаритами, конечно же, что еще нужно делать?
пятый номер команды «Луч», делит первые места в рейтинге лучших блокирующих чемпионата. Это очень хороший показатель. Но волгоградки не упускают свой шанс сейчас. И первый мяч от лучшего снайпера команды «Динамо Синара» Дарьи Стаценко. 81 номер «Динамо» отличилась. 3-1 плюс 2 на пятой минуте. «Динамо» оформляет небольшой перевес. Анастасия Шанова тоже. Антропометрические данные великолепные. Это гандболистка, только что с мячом она была в линии. Очень сложно будет, я думаю, и Стаценко, и Белолипецкая обороняться, и все тоже Турусиной. Но здесь неточный бросок от Баевой. Мяч попадает в штангу, и есть возможность у Белолипецкой убежать в отрыв. А так и есть и Тищенко. Тищенко, Алина Тищенко защищает ворота на первых минутах матча в Волгограде. Не сумела выручить партнеров. 4-1 «Динамо» впереди. Готовится замена тем временем у «Динамо». Горячего. Я думаю, что Белолипецкая хорошо провела вот эти первые 5 минут. Но здесь немножечко так ротацию провести. Я думаю, Олег Кулешов постарается. И быстрый отрыв. Анастасия Старшова пользуется вот этой оплошностью в атаке команды Николая Измайлова. И убегают в отрыв и реализуют вот этот самый отрыв. 5-1, 6-я минута. Плюс 4. «Динамо» очень хорошо начало этот матч. Крупенникова по-прежнему в розыгрыше у команды «Луч». Тем временем замена произошла. Николай Измайлов недоволен. Остался действовать на первых минутах как раз лидера своих атак Юлии Баевой. И выходит на позицию правого полусреднего. Ее сменщица. Седьмой номер. Анастасия Мочалова. Как раз именно она была сейчас в атаке. И здесь очень хорошо проявили себя защитницы Волгограда. Вот первые и вторые номера на левом фланге. Васильева и Долматова. И вновь неточная передача. Вот как раз вышла на замену Мочалова. Чуть было не ошиблась. Партнеры ее подстраховали. Федорова. Передачу просила Шанова сейчас, но ее не заметили подруги по команде. И вот приходится сейчас со второй попытки уже что-то придумать в атаке команде гостей. Нет атаки, показывают арбитры. Опорный бросок в исполнении 26-го номера команды гостей Юлии Крупенниковой. Блокирует этот бросок «Динамовки». Но было нарушение правил, по мнению арбитров. 1-1 передача показывали арбитры. И уже ничего не оставалось. Крупенника как бросать вновь. Ну и вновь здесь ее накрыли. Хорошо действуют в обороне игроки волгоградской команды на первых минутах. Еще одна вновь замена обратная. Дудкина в розыгрыш. Ну а Николаю Измайлову ничего не остается, как ротировать состав. И я смотрю, что 32-й номер команды гостей уже разминается. Екатерина Махатадзе, игрок молодежной сборной России. Очень тоже талантливая гандболистка, полусредняя. И, конечно же, большая помощь не только будущим, но и настоящей московской команды, которая сейчас заново практически возрождается в этом сезоне в связи с приглашением Николая Измайлова. И, конечно же, финансирование улучшилось московской команды. И все делают сейчас в «Луче» для того, чтобы эта команда стала базовой для подготовки игроков столичных именно. Для того, чтобы они снабжали потом, и я думаю, что и в ЦСКА очень много игроков мы увидим вскоре, и в той же «Звезде». Так что, в принципе, очень хорошее дело в Москве. Главное, чтобы была стабильность. Это самое важное. 5-1 по-прежнему у нас на 9-й минуте матча «Динамо-Синара-Луч Москва». Долматова с мячом. Дудкина. Нельзя делать передачу. Было сейчас на Стаценко. Ее сразу два игрока встречают. Понятно, что против Даши будет особое внимание в этой встрече. Показала, что будет передачу делать. Стаценко перехитрила. Она сейчас Шанову и забросила мяч в дальний нижний угол. Тищенко было очень сложно отразить этот бросок. 6-1. Второй мяч Дарьи Стаценко в сегодняшней встрече. Пока и у игроков, и у команды «Динамо Синара» складывается все более чем хорошо. А вот Махатадзе на левом полусреднем. Посмотрим, что сейчас она придумает. Но здесь не дают что-то сделать игроки «Динамо». И Турусина готова была убегать в отрыв. Ну, здесь именно Махатадзе сумела исправить свою ошибку. Конечно, не без нарушения правил, но атаку остановила. Турусина возвращается на скамейку запасных, хотя имела возможность отличиться.
Вновь Дудкина в розыгрыше. Стаценко, Старшова. Но вот редко мы видим на правом фланге какую-то вот активность в исполнении игроков «Динамо». А замена, о которой мы говорили, произошла уже. Горячего поменяла Белолипецкую. И здесь ее опекают сразу две гандболистки в оранжевой форме во главе с Шановой. Мощная, мощная линейная столичная команда. И сложно здесь будет, конечно же, игрокам динамовским на амплуа линейного. Ну а у Волгограда, смотрю, что Скидко разминается. Я думаю, что Катю тоже скоро увидим на площадке. Именно Екатерина Скивко и Дарья Стаценко стали лучшими снайперами в первом матче этих команд в Москве. Стаценко забросила тогда 8 мячей, и Скивко 7 раз отличилась. А тем временем у нас арбитры из Воронежа показывают первую желтую карточку в сегодняшнем матче. Махатадзе удостоена. Горчичника, Стаценко и Дудкина вместе с Долматовой сзади начинают атаку «Динамо» Синара. Васильева забежала в центр. Левый фланг оголился, но здесь очень большое такое скопление народу и очень сложно пройти. Достаточно опытную оборону московской команды во главе с 83-м номером Татьяной Захаровой. Стаценко. Мяч в пол, и можно было обыгрывать, но здесь прочитали эту комбинацию игроки команды гостей. Шанова мяч первый подобрала, не без нарушения правил, атака эта приостановилась. И вновь Захарова на перехвате попыталась мяч этот выловить, но нарушила правила. Мощнейший бросок Стаценко, но первыми нужно подбирать динамовку. Этот мяч Старшова, против нее действует все та же Захарова, нарушает правила. Анастасия Старшова немножко назад отодвинулась и здесь попыталась как-то принять участие в игре. Но очень редко подключают правый фланг атаки Волгоград. Ну, пока, надеемся. Дудкина. На горячую передачу назад Долматова. Очень хорошее взаимодействие, но теряют мяч волгоградки. Это первая такая потеря серьезная. И имели возможность игроки в оранжевой форме убежать в отрыв, но... Неточная передача. И, по-моему, там все-таки было касание игрока «Динамо». Но последний все-таки мяч коснулся руки игрока «Луча». По-прежнему на счет 6-1. Вот так немножечко цифры эти застопорились. 13-я минута. Плюс 5 «Динамо». Волгоградки 6 матчей провели в этом сезоне. В чемпионате страны во второй шестерке. 5 раз выиграли. И вот, к сожалению, у нас в университете произошел такой прокол. Имени Юлии Пойловой так называют. Там очень хороший процент спасения от вратаря и капитана команды «Университет». Мы все видели 52%. Ну, это запредельная цифра. И, конечно, очень сложно было что-то придумать в атаке динамовкам, когда не шло, когда выручал вратарь, когда просто все валилось из рук. Ну, я думаю, что у всех команд бывают вот такие проблемы. И вот случилось это как раз в Ижевске у «Динамо» Синары. Но затем уже команда Олега Кулешова перебазировалась в Уфу, где все стало на свои места. Волгоград выиграл, держал свою 5-ю победу. И вот теперь, после двухнедельного перерыва, мы видим, наконец, «Динамо» здесь, в Волгограде, в матче с «Лучом». 6-1 и Олег Кулешов, хотя можно было убегать сейчас «Динамовкам» в отрыв, положил букву «Т» на стол, на столик судейский. И тайм-аут, минута на размышление есть у волгоградского наставника и его подопечных. Замена произошла у «Динамо». На левом полусреднем Скивко появилась. Долматова немножко отдохнет. Края прежние. Горячего в линии. В остальном все те же и все то же. Старшова пытается обыграть здесь своего визави. Это 25-й номер команды гостей — Анастасия Федорова. Екатерина Скивко. Ну вот, наконец-то Старшову подключили. Очень острый угол. Но одна из самых опытных игроков в составе «Динамо» нынешнего забрасывает мяч практически с нулевого угла в дальний угол
Но я думаю, что здесь, конечно же, претензии можно предъявлять стражу ворот команды «Луч» Алине Тищенко. Нельзя пропускать такие мячи с такого острого угла. Ну вот, Старшова забросила мяч и тут же оборонялась хорошо. Махатадзе скрутила буквально. Федова в розыгрыше у команды из Москвы. Махатадзе уж очень далеко разыгрывает эту комбинацию. Начинает разыгрывать эту комбинацию игроки в оранжевой форме. Но все-таки мяч доходит до Шановой, которая вновь запускает его в штангу ворот «Динамо». Турусина. Передача назад на Стаценко. В центре пытаются пробиться, но здесь очень большое скопление народу. И, в принципе, очень свободные края. Вот увидеть сейчас Софию Васильеву или Старшову, я думаю, сразу же было бы полегче волгоградкам в атаке. 7-1, 15-я минута. Нужно плести, конечно, атаки в центральной зоне, но нельзя забывать о крайних. И для этого совершенно необходимо, не обязательно делать передачу через ближнего игрока. Но против Стаценко очень грубо действуют даже порой игроки в оранжевой форме. Захарова за нее буквально отвечает. Простите, не Захарова, конечно же, а 83-й номер Татьяна Захарова. Да, именно она была сейчас в центре внимания. Нарушила правила. Нет атаки, показывают арбитры. Я думаю, что пару передач у Волгограда все же есть. В линию пас на Горячеву, но арбитры показывают, что уже перебор по передачам произошел. И мяч отобран. Нарушение правила, я думаю, что нет. В пределах правил оборонялась Стаценко в данном эпизоде. Посчитали арбитры, что нарушали правила именно игроки «Луча». Это была 25-й номер Анастасия Федорова. С мячом «Динамо». Долматова вернулась на площадку. Поменяла как раз Дарью Стаценко, которая постепенно, потихонечку осваивает позицию правого полусреднего. Праворукая гандболистка, конечно, очень сложно на этой позиции действовать. Ну, мы с вами знаем и моменты, когда у нас на правом краю игроки с правой рукой, в принципе, такие чудеса творят. Имени, конечно же, Голуб. Все прекрасно понимают, о чем я хочу сказать. Ну и вот и первый бросок Екатерины Скивко. Наверное, не слишком он был подготовленный. И Захарова убегает в отрыв и переигрывает Марию Дулакину. Снимаются, наконец-то, с этой циферки, с единички столичные гандболистки. Луч забросил свой второй мяч в сегодняшней встрече. 17-я минута. Ну, конечно же, не акти, какая результативность. Ну и у «Динамо» пока не все в порядке в этом компоненте гандбола. 7-2, плюс 5 ведем. Дудкина с Кивко в розыгрыше. Долматова у нас переформатировалась абсолютно задняя линия. Васильева в центре. Забегание из левой зоны. Передача поточнее хотелось бы от Кивко. Вновь Дудкина. Все в центре пока. Ну вот передачу наконец-то попытались сделать правый фланг. Но здесь она уж не точная получилась очень. Теряем мяч. Баева по-прежнему отдыхает у нас. Лучший снайпер «Луча». Оплот команды в игре в нападении. Вот, и пока Николай Измайлов его не задействует. Не пошла игра у пятого номера команды гостей. Но немножко посидит, может быть, и все нормализуется. Захарова чуть мяч не потеряла. Но первый же его подобрала. Продолжается атака «Луча». Крупенникова. На Махатадзе пас. Мощнейший бросок. Но насколько он мощный, настолько и неточный. Счет прежний 7-2. Дулакина начинает атаку своей команды. И Турусина привычным курсом на скамейку запасных. Вместо нее Скивко выходит на позицию розыгрыша. Края задней линии Дудкина и Долматова. Но не исключено, что сейчас Катя Скивко на свою позицию вернется на левого полусреднего. Вот здесь меняются местами волгоградки. В принципе, пытаются запутать игроки в черной форме гостей. Передача на Горячего вновь не проходит. В центральной зоне, но пока мало что получается. Еще раз говорю, что почаще нужно использовать края волгоградкам. Но это лично мое мнение. Конечно, я думаю, что Олег Кулешов знает, что делает. И обязательно какие-то изменения внесет в игру своей команды.
Крупенникова. Шанову ищет партнеры. Очень острый угол был сейчас для атаки игрока столичной команды. И есть возможность у Вики Турусиной немножечко изменить свой курс. Не на скамеечку устремилась сейчас 67-й номер команды «Динамо Синара». Вышла один на один с Тищенко и реализовала свой момент. Плюс 6 вновь «Динамо Синара». 19-я минута матча «Олимбет Суперлиги» гандбольного чемпионата с женской части его. «Динамо» выигрывает 8-2. Махатадзе. Крупенникова и Мочалова взаимодействуют. Вот забегание сейчас с правой зоны. Как раз уже интересно. Впервые мы увидели Марию Черняеву. Дается запутать уже в центральной зоне игроков команды «Хозяев». Столичные гандболистки. Ну, мне кажется, перехитрили немножко в этом моменте самих себя. Махатадзе с мячом. Назад на Крупенникову. Второй заход луча. Черняева передачу делает сейчас на своего партнера. Это как раз была Анастасия Мочалова с Менчи Цыбаевой. И первое удаление сегодняшней встречи. Плюс прицепом 7-метровой. Софья Васильева 2 минуты проведет на скамейке запасных. А на реализацию 7-метрового первого сегодняшней встречи отправляется 21-й номер команды гостей Виктория Юрченкова. Анна Верещак. Впервые сегодняшние матчи появляются на площадке. Но я думаю, что как раз краткосрочный момент. Я думаю, сейчас назад Маша Дувакина займет место в воротах «Хозяев». Так и есть. 20-я минута встречи. 8-3 впереди «Динамо Синара». Игрок, который в игре пока участие не принимала. Виктория Юрченкова становится автором первого мяча, заброшенного из своего, и третьего луча сегодняшней встречи. Замена в составе «Динамо Синара» вместо Софьи Васильевой, которая продолжает отбывать у нас двухминутный штраф. Анжелика Лебедева. Не так часто мы ее видим на площадке в этом сезоне. Больше доверяет Олег Кулешов как раз Васильевой. Но вот Анжелика Лебедева получила сейчас возможность для того, чтобы, может быть, кому-то что-то доказать даже. Не знаю. Ну, посмотрим. Есть возможность у восьмого номера команды «Динамо Синара» проявить все свои лучшие качества. Но у Долматовой буквально 30 секунд назад этого сделать не получилось. Не смогла наоборот попасть. А Махатадзе бросок. В принципе, никто не мешал сейчас 32-го номера команды гостей. Но Маша Кулакина видела момент броска. И вот, пожалуйста, еще одно введение. «Динамо Синара» в меньшинстве играет с пустыми воротами. То бишь... 6 игроков в атаке в меньшинстве. Ну, в этом случае, конечно же, нужно очень тщательно готовить саму комбинацию. Ни в коем случае ошибок не допускать. Иначе пустые ворота и легкая добыча для оборонящихся игроков. 10 секунд еще в меньшинстве будет выступать «Динамо». Долматова никуда пока не торопится. Волгоградки арбитры уже вверх руки подняли. Спевко. Мощнейший бросок. 56-й номер команды «Хозяев» обладает великолепным броском, видением площадки. И самое главное, блестяще выпрыгивает. И забросить такой мяч, в принципе, как все прекрасно видели, не составило особого труда. 9-3. 8 минут еще играть в первом тайме командам. Крупенникова, но вот такую вертушечку не хотите ли? Переиграла сейчас в ближнем бою своего оппонента и забросила мяч. Разыгрывающая столичной команды. Турусина. На Дудкину передача. Призывает Кулешов ее назад на скамейку запасных. И еще одна замена. Стаценко в обороне у нас оказывается. Долматова выходит ей на помощь. Ей на смену. Ну, пока Катя Долматова, мы, конечно, в этом матче много чего не увидели. Увидели вот этот только бросок по воробьям. В одной из последних атак. Дудкина. Ну, вот уходит Стаценко. И Захарова переключается как раз на Долматову. Очень сложно
36 номеру команды «Хозяев». Вот в этом компоненте гандбола тягаться с опытной Захаровой. Но когда не получается у тебя, есть партнеры, которые всегда помогут. И в данном эпизоде Екатерина Скивко своим фирменным броском метров с 10 дальний угол буквально разрывает ворот, который защищает Алина Тищенко. В атаке гости Крупенникова. Ну, я думаю, что уже второй такой же трюк не позволит сделать 26-му номеру команды гостей Волгоградки. Но здесь Махатадзе ее поддержала. И с переводом мяч в левый нижний угол отправляет. Дулакина не видела момента броска, как показалось. И счет стал 10-5. Чуть больше 6 минут остается у нас до окончания первого тайма. Дудкина Долматова. Поменяла Белолипецкая сейчас Горячеву в линии. И допустила ошибку. Пробежалась по 6-метровой зоне. Конечно, это арбитра заметили. И мяч быстренько передали игрокам в оранжевой форме. И, конечно же, успели динамовки. Это очень хорошо. Отобороняться и быструю контратаку не пропустили. Анастасия Мочалова на правом полусреднем. По-прежнему Баева отдыхает. Ну и в линии замена у Луча. 17 номер. Вот она с мячом сейчас. Поменяла Шанову. Это у нас Ирина Мельникова. Тоже ротация идет в приезжей команде. Махатадзе в розыгрыше. Ух ты. Ну, здесь пропустили. Между первым и вторым буквально просочилась Анастасия Мочалова. А волгоградки сумели мяч перехватить. А вот реализовать этот быстрый контратвет не смогли. Ну, не видим мы последние несколько секунд, несколько минут позиционных атак фактически. И вот, пожалуйста, за счет этого Луч сумел сократить отставание. 10-6. 26 номер отличилась командой гостей. Юлия Крупенникова. Лебедева по-прежнему у нас в составе. Но Анжелику практически мячами не снажают партнеры. Долматова в розыгрыше. Дудкина. А вот так за счет индивидуальных действий наконец-то мы видели Екатерину Долматову. Ее красе. 11-6. Снялись десяточки. И сейчас нужно отобороняться Волгограду. Махатадзе занимает привычное место на левом полусреднем. Крупенникова. Очень хорошее впечатление оставляет 26 номер команды гостей. И даже не берем во внимание тот трюк гандбольный, который она буквально сделала где-то минуты две назад. Имеется в виду вертушечка. Вот это. Хорошо видит площадку. Передачи отличные, как в данном случае. Захарова. Но здесь на ней сразу две гандболистки дамы висели. И тем не менее опытная Татьяна Захарова сумела свой шанс реализовать. 11-7. Вновь минус 4. Луч уступает Волгограде «Динамо Синари». 3 минуты с небольшим играть в первом тайме с соперником. С мячом «Динамо». Вот, несмотря на то, что лидеры атак московской команды Шанова с Баевой присели на скамейку запасных. Уже достаточно давно мы их на площадке не видели. Луч так немного встрепенулся. И сейчас совсем другой гандбол идет в Волгограде. Долматова. Дудкина. Мяч в штангу попадает. В принципе, очень неплохо проявила себя в этой ситуации Екатерина Долматова. Убрала сразу двух игроков. И Дудкиной можно было бросать. Она видела ворота, видела, где находится вратарь. Но мяч попал в штангу, к сожалению. Долматова вновь с мячом. Вновь убирает двух гандболисток в оранжевой форме. Передача на Белолипецкую. Но здесь показалось, что игроки, обороняющиеся со стороны, все-таки заступили за 6-метровую зону. И хотелось бы увидеть первый семерик ворота Алины Тищенко. Но арбитр другого мнения. Вновь Белолипецкая с мячом. Вновь вылавливает его буквально на 6-метровой зоне.
Но здесь опять нарушение, и опять все в пределах правил. Не имеется в виду, тянет это нарушение всего лишь на 9 метров. Долматова. Нарушение против нее Захаровой. Скивко. Бросок неточный. И есть возможность у луча для того, чтобы еще больше приблизиться к команде хозяев. 11-7. Играть меньше 2 минут в первом тайме. Махатадзе Крупенникова. И на правом кругу среднем по-прежнему Настасья Мочалова. Сразу две гандболистки сейчас в линии у столичной команды. И это приводит к тому, что волгоградки нарушают правила. И второй 7-метровый в сегодняшнем матче мы сейчас увидим. Ну, на сей раз вместо Анны Верещак на позицию вратаря сейчас выходит у «Динамо» Надежда Колесникова. 50-й номер «Динамо» Синары. Первое ее появление. И вот, пожалуйста, выручает она своих партнеров. Ну, любой отраженный семенник, как известно, может придать уверенности любой команде. Ну, в принципе, здесь играть-то у нас всего минута. И вот этот успех необходимо сейчас подкрепить заброшенным мячом. Отблагодарить голкипера надо просто «Динамо». Дудкина, Скивко. Фирменная карусель. Скивко вновь на Долматову. Ах ты, мяч непонятно, что хотела сделать Долматова, но, по-моему, мяч просто в руке остался и слишком сильно перемазан, что ли, я не знаю. Ну, потеряли мяч динамовки, и быстрый ответ не удался гандболисткам луча. Остается у нас до окончания первого тайма 20 секунд. Бросать необходимо Крупенникова. Смотрит, кому передачу сделать. Махатадзе. Мочаловой встречают сразу две гандболистки в черной форме. Ну и Николай Измайлов. Тоже фирменный знак волгоградского специалиста. Он часто здесь, будучи тренером «Динамо», брал вот эти тайм-ауты как раз вот за 10, за 7, за 8 секунд до окончания времени то ли матча, то ли тайма. Ну, сейчас какую-то конкретную атаку Николай Александрович предложит своим подопечным. Это уж точно, как говорится, гадалки не ходи. Посмотрим, что придумают игроки, что сейчас попробуют придумать игроки в оранжевой форме. Интересно. Ну, а пока рассуждают и что-то расставляют, какие-то фишки Николай Измайлов, мы просто подведем итоги первого тайма. «Динамо» очень здорово стартовало. Все было прекрасно. Волгоградки вышли вперед, развивали преимущество. Все было предсказуемо вполне. Но, начиная где-то с середины первого тайма, так немножечко подсели игроки в черной форме. И этим воспользовались гандболистки луча. И вот уже от преимущества, которое раньше достигало 6 мячей, ну, конечно, не скажу, что ничего не осталось, но все-таки оно стало меньше. Вот такую атаку предложили сейчас подопечные Николая Измайлова. Ну, «Динамо» не торопится с ответным броском. И заканчивают у нас первый тайм. Команды уходят на перерыв. Через 15 минут продолжится игра. Единственная, кстати, сегодняшний день. «Динамо» Синара пока выигрывает у луча на своей площадке в матче Олимпиад Суперлиги со счетом 11-7. Увидимся через 15 минут.
Хозяева очень хорошо начали здесь до 14 минуты. Все было в порядке. Буквально 7-1 плюс 6 разница сама за себя говорит. Но потом немножко так расслабились волгоградские гандболистки и позволили гостям вот это преимущество слегка нивелировать. Итак, у нас арбитры встречи Алина Черникова и Кристина Казанцева из Воронежа дают сигнал к началу второго тайма матча в Волгограде. Единственная встреча сегодня женского чемпионата России проходит. В атаке у «Динамо» задняя линия. Дарья Стаценко вернулась на площадку. Екатерина Долматова и Елизавета Дудкина. В линии Белолипецкая. Справа Анастасия Старшова. И слева Софья Васильева. Защищает ворот по-прежнему у нас Маша Дувакина. И первый мяч во втором тайме волгоградок оформила Анастасия Старшова. 12-7. В атаке гости. Гандболистки «Луча». Начало по-прежнему на правом полусреднем. Юлия Баева не совсем удачно начала встречу. Лучший снайпер команды Николая Измайлова вынуждена сейчас на скамейке запасных прописаться. Уже достаточно основательно это сделала. Это делает в первом тайме. Пятый номер команды гостей всего 5 небольших минут провела. Ну, вот, пожалуйста, первая атака «Луча» во втором тайме и сразу же 7-метровый. И отправляется Екатерина Махатадзе сейчас на реализацию 7-метрового. Надежда Колесникова меняет Дувакину в воротах. И это уже у нас третий 7-метровый. А вот волгоградки пока 7 метров не бросали в сегодняшней встрече. Махатадзе против Колесникова. В первом случае, в первом тайме Колесникова выручила своих партнеров. Но вот сейчас это сделать не смогла. Екатерина Махатадзе, которая также появилась не с первых минут на площадке. Второй свой мяч оформила в сегодняшней встрече. 4 попытки и второй мяч забросила. Лучший снайпер пока в команде Николая Измайлова — это Татьяна Захарова. 100%, кстати, показатель 3 из 3. По вратарям, что можно сказать, Мария Дувакина 40%, 4 спасения и 10 попыток было у столичной команды, и 4 спасения у Марии Дувакиной. Ну, Алина Тищенко здесь совсем не блещет, и всего лишь одно спасение, 8%, ну, такой слабенький показатель. Лучший снайпер в составе команды хозяев тоже, в принципе, не обнаружено. По 2 мяча сразу 5 гандболистов забросили, это Дарья Стаценко, Скивко, Долматова и Белолипецкая, и Старшова. Ну вот, Настя Старшова во втором тайме вышла в лидеры вот в этом между собойчике, забросила третий мяч. А вот сейчас у Даши Стаценко была возможность для того, чтобы свой лицевой счет пополнить. Но здесь нарушение правил от Захарова, ее опекуна, и двухминутное удаление. Но всего лишь двухминутное удаление, никакого семерика. Счет прежний 12-8, и ближайшие 2 минуты команда Николая Измайлова будет играть в меньшинстве. Кстати, и произошла замена вратарей в составе приезжей команды. Алина Тищенко на скамейку запасных присела. И Марина Ермакова, ее сменщица, сейчас заняла место в воротах команды «Луч». Баева появилась наконец на площадке. Передача на Крупенникову. Шанова и Баева.
в первом тайме не так много времени в площадке провели. Хорошо отобранялись на позиции крайних сейчас Софья Васильева и Елизавета Дудкина. Ну вот так, не без нарушения правил, пытались сейчас динамовки что-то придумать в обороне, но, к сожалению, это не удалось. И Крупенникова забросила свой очередной мяч. Третий сегодняшней встречи Юлия Крупенникова. Дудкина-Долматова, Стаценко, задняя линия, Софья Васильева подключает партнеров сейчас. Дудкина, есть возможность у «Динамо» по центру что-то придумать. Но Стаценко увидела сейчас, что осталась одна совсем на фланге Васильева. Но здесь прочитала эту комбинацию Мария Черняева. Неточный бросок, но был нарушение, считает арбитров чуть раньше. Или нет? Нет, коснулись просто. Коснулся блок сейчас мяча, показывают арбитры. Угловой. Васильева на Белолипецкую. Долматова, Дудкина, вновь Васильева. И здесь уже забегание Дарьи Стаценко. Мощнейший бросок снизу вверх, но красивый момент, конечно же, красивый заброшенный мяч. 13-9, пятая минута второго тайма. Луч в полном составе, Захарова на площадку возвращается. Волгоградки этот матч проведут, и потом тоже небольшая пауза. 4 ноября здесь же принимают Ставрополье игроки команды Олега Кулешова. Думали мы, что с Кубанью кубковую встречу проведем мы здесь между этими встречами, но не получается, скорее всего. Очень плотный график у команды Краснодара, в том числе в международных играх. Ну а очередное спасение от Марии Дувакиной мы только что наблюдали. Готовится замена в составе «Динамо Синара». Екатерина Скипко разминается. Дудкина. Вяжет ее Юлия Баева. Нарушение правил. 9 метров и замена. Долматова со Скивко выходит на площадку. И Турусина с Дудкиной немножечко передохнут. Что касается ближайшей встречи в чемпионате «Динамо Синары», то 4 ноября здесь с Ставрополием, скорее всего, в 17:00 сыграют подопечные Олега Кулешова. С представительницами Ставрополя. Атака «Динамо». Ну, не церемонится с Дарьей Стаценко, как и с Долматовой. В данном случае Захарова, конечно же, рвет и мечет на своем крае. Нет атаки. Не так много передач у «Динамо» осталось. Долматова. И руку-то вверх не смогла поднять. Шанова ее буквально здесь связала по рукам. Скивко. Мощнейший бросок и неточный. Марина Ермакова. Передача на Юлию Крупенникову, которая по-прежнему конструирует атаки команды Николая Измайлова. Баева. Махатарзе. Вот за счет индивидуальных действий смогла все-таки 32-й номер что-то придумать. Но здесь Маша Дувакина очень хорошо действует. Васильева есть возможность у Волгограда для того, чтобы быструю атаку провести. Но арбитры показывают, что нужно мяч разыграть с конкретного места. На спинах протаковать не получилось. Будем сейчас придумывать что-то в позиционном нападении. Поменяла Дудкину Скивко. Именно она сейчас в розыгрыше у «Динамо». Белолипецкая. Такая передача, что выполнить не смогли. Благо, нарушение правил заметили арбитры, и мяч остался у «Динамо». Но видно, что затык какой-то сейчас в наступательных действиях у «Динамо» произошел. Нужно что-то интересное, новое придумать. Скивко вновь. Васильева в роли разыгрывающего выступила, передача на Стаценко, и та с опорой, очень хороший бросок. Не смогла помочь своим партнерам сейчас 31-й номер команды гостей
Марина Ермакова, и тут же Николай Измайлов усадил ее на скамейку запасных. 12-й номер. Ксения Качаева. На площадке появилась. Это первое появление этого вратаря в сегодняшней встрече. Махатадзе вновь проверяет на прочность штангу динамовских ворот. А Васильеву запускают вперед сейчас атаку Старшова. И 19-й номер команды «Динамо Синара» делает преимущество волгоградок более солидным. На 9-й минуте 15-9 «Динамо Синара» лучше. Вот так. Второй мяч от Крупенника. Его такой, что называется, с мясом забрасывает 26-й номер команды гостей. В первом случае не смогла помочь. Не смогла противодействовать Анастасия Старшова. А сейчас она переиграла Софию Васильеву. 15-10. Почти треть игрового времени во втором тайме команды провели. Пытается луч огрызнуться, и быстрые контратаки за счет, может быть, не совсем аккуратных действий в атаке динамовок. Теряем мяч, и быстрые контратаки луч проводит. Замена в линию «Динамо». Горячего появилась на площадке. Стаценко, уже пыталась свой фирменный трюк выдать, вертушечку, но здесь ее вовремя остановили центральные защитницы во главе с Шановой. Долматова по центру. Стаценко. Есть возможность Долматовой для того, чтобы бросать, но, смотрите, прочитали эту комбинацию игроки в оранжевой форме. Нарушение правил арбитр фиксирует. Нет атаки, показывают арбитры. Скивко. Нарушают правила игроки луча. Но это было до 6-метровой зоны, всего лишь 9 метров. Я думаю, что две передачи, наверное, осталось не больше у «Динамо». Неплохо в начале второго тайма именно в обороне действуют игроки команды Николая Измайлова. Но нужно это отметить. Волгоградкам очень сложно атаковать. А вот этот бросок. Вновь мяч попадает в блок. Шанова в обороне пока безупречно. Ну, конечно же, уже пора было отнимать мяч у динамовок. И лучше пытается быстро проатаковать сейчас. Баева. Ну, нарушение правил от Турусина. Я думаю, что 2 минуты 67-го номера «Динамо». Выпишут арбитры, так оно и есть. 2 минуты и 7 метров. И вновь Махатадзе, но будут ли менять сейчас наставники «Динамо» вратаря? Нет, Маша Дуакина остается у нас в воротах. Вот так, ну перехитрила сейчас саму себя, наверное, Екатерина Махатадзе. Хотя, первая на подборе была, и нарушение правил против нее Стаценко совершила. 9 метров, новая атака столичной команды. Анастасия Шанова в линии. Крупенникова. Ну, очень неплохое впечатление производит во втором тайме игроки команды «Луч». И вот, пожалуйста, Захарова. Опытная гандболистка, одна из самых опытных в составе команды Николая Измайлова, реализует свой момент. Несмотря на то, что был острый угол, переиграла Марию Дувакину. В меньшинстве «Динамо», но ворота пустые, шестером против шестерых в атаке. Старшова на Дудкину. Старшова вновь по центру. Ну, так и теряет мяч Анастасия Старшова. И есть возможность для того, чтобы пустые ворота поразить Юлия Крупенникова. Ну, чем чревата вот эта замена вратаря на полевого игрока при игре в меньшинстве. Не успели замениться. Мария Дувакина не успела занять место в воротах. И пустые ворота пропустили мяч. Ну и, конечно же, нужно отметить мастерство Юлии Крупенниковой, которая увидела и точно мяч послала. Пусть пустые ворота, но это тоже нужно сделать, суметь. Вот так пригрет
в равных составах. Меняются, трансформируется у нас линия. И вновь пустые ворота, и вновь бросок. Но здесь Мария Дувакина успевает и переводит мяч, благо не за боковую, а за лицевую линию. В таких случаях мяч остается у команды обороняющейся стороны. И тайм-аут Олег Кулешов. Видно, что произошел такой затык сейчас и в атакующих действиях, да и в обороне мало что получается. А Николай Измайлов своим девчонкам говорит: дорожите мячом. Хотя, в принципе, вратарь сейчас сделала, я думаю, что все правильно, увидела пустые ворота. Просто успела Маша Дувакина в данном случае занять свое место в воротах. А так бы не избежали мы второго подряд мяча в пустые ворота при игре в меньшинстве. 13 минут практически команды провели на площадке во втором тайме. 15-12. Преимущество «Динамо» не такое солидное, как было в начале первого тайма. Нашли противоядие, конечно же, игроки в красной форме, в оранжевой форме. Я думаю, что здесь не последнее слово сыграл Николай Измайлов, который прекрасно знает всех девчонок, которые выходят сейчас на площадке и ищают честь «Динамовской» команды. Очень много времени провел Николай Александрович с этими гандболистками. Делал из них, в принципе, тех самых спортсменов, которых мы сейчас видим, наблюдаем. Я думаю, что, конечно же, прогресс налицо. И Олег Кулешов сейчас пользуется, я думаю, что вот этими вещами, которые, в принципе, здесь вложил в этих гандболисток. И Николай Измайлов в том числе. Дудкина, Старшова. В равных составах команды 6-6 вратарем. Скивко вот так показала, что будет делать передачу на правый фланг на Старшову. Перехитрила оппонентов и забросила мяч в ближний угол. Не смогла помочь своим партнерам сейчас Ксения Качаева. 16-12. Крупенникова. Назад Наваеву. Мощнейший бросок. И здесь, ну, к счастью, помог каркас родных ворот «Динамовка». Мяч попал сейчас Маше Дувакиной, затем штангу и в спину. Ну, а здесь нужно забивать. Екатерина Скивко пользуется этим моментом. Не стала сейчас рассусоливать. 56-й номер команды «Динамо Синара». С разбегу бросила в дальний угол, сняла паутинку. И плюс 5. «Динамовки» устроились очень неплохо. 30 секунд назад плюс 3 было, сейчас плюс 5, совсем по-другому, конечно. И задышалась «Динамовка», мы сразу заулыбались. Я думаю, что моральный аспект здесь очень важен. Мочалова поменяла Баеву на правом полусреднем. Махатадзе. Бросок, но здесь помешали игроку команды «Луч». И сделали это с нарушением правил «Динамовские» гандболистки. 9 метров. Мочалова. Крупенникова могла бросать, но выбрала другое продолжение атаки. И здесь застопорилась атака московской команды. Десяточка Мария Черняева, которую мы сегодня площадки практически не замечаем. Да, и Захарова забросила мяч с левого фланга, а правый практически не работает у команды «Луч». Нет атаки, показывают арбитры. И нужно бросать будет сейчас команде Николая Измайлова. Устное предупреждение Дарьи Стаценко от арбитров из Воронежа. Махатадзе. Мочалова. Ну, мяч уже очень долго находится в руках у команды гостей. И сигнализирует Олег Кулешов об этом арбитрам. И здесь немножко так игру приостановили. И вот, пожалуйста, не без санкции делегата встречи Литвинова. Желтая карточка была выписана наставнику команды «Динамо Синара». Продолжается атака «Луча». Махатадзе на Мочалову, передача, возвращение. Быстро взаимодействует игроки в оранжевой форме. Но надо признать совершенно другой гандбол, что был у нас в начале чемпионата в Москве. Неплохо себя проявляют игроки команд Николая Измайлова.
очень острый угол, но здесь все свое мастерство смогла проявить Мария Дувакина. Не сумела переиграть Черняева его вот этой ближней дуэли. Замены «Динамо». Васильева и Трусина. На скамейку запасных Скивко выходит на площадку. И Анжелика Лебедева, которая в первом тайме тоже получила небольшое игровое время, но, к сожалению, не смогла себя проявить, Анжелика. Смотрим, что будет сейчас. Горячего остается в линию у Волгограда. Скивко назад на Стаценко. Дудкина. В линию пас. До Горячего наконец-то проходит. Наконец проходит передача в линию. Но мы, конечно, этого ждали практически и первый тайм весь, и половину второго. Но все же вот эта комбинация наконец-то сыграна. Молодцы девчонки. 17 минут позади во втором тайме. 18-12 плюс 6 «Динамо» впереди. Захарова. Пас на Крупенникову. Отдохнула Баева. Выходит вновь в атаку. Занимает позицию на правом полусреднем. Но сегодня мы вот эту прежнюю Юлию Баеву не видели пока. И вот Николай Измайлов берет тайм-аут. И вот претензии первые, конечно же, разыгрывающему. Юлия Крупенникова. Игрок, который, в принципе, очень неплохо себя проявила в первом тайме. И во втором мы видели несколько моментов интересных в ее исполнении. Но все же больше всех достается, конечно же, разыгрывающим. Когда не идет атака позиционная, как нужно действовать. Вот сейчас Николай Александрович пытается каким-то образом достучаться, в том числе и до разыгрывающего своего. И девчонки другие, конечно же, прислушиваются, как нужно действовать в конкретных ситуациях. Ну, посмотрим, что будет сейчас. С мячом остаются игроки команды из Москвы. И посмотрим, что они предложат динамовкам позиционной атаки, которая вот сейчас, в данный момент конкретный, будет сыграна. Ну, и Олег Кулешов, конечно, время даром не терял. Здесь сразу его обступили все игроки «Динамо». И что он сказал девчонкам, мы тоже увидим. Я думаю, что в обороне «Динамо» во втором тайме, ну, может быть, не так хорошо начало, как раз от 30 минут, но затем команда немножечко так подравнялась, и все пошло очень даже неплохо. Крупенникова. Ну, я думаю, что радости вот этот финт сейчас 26-го номера команды гостей, уверенности и тренерскому штабу, в том числе, команды «Луч» не придал. Пока не получается, и Николай Измайлов, конечно же, нервничает на скамейке запасных. Нет атаки, показывают арбитры. Баева с мячом. Ну, нужно бросать. Девушка, имеющая в своем арсенале великолепный бросок, высокорослая, конечно же, на нее надеются в команде. Рассчитывают. Бросок Юлии Баевой. Блок. Работает динамовский. Анжелика Лебедева первая на подборе. Сохраняют мяч в Волгоградке. Спокойно меняется Трусина со Скивко. Позиционное нападение «Динамо». Посмотрим, что предложит Волгоградке сейчас своим оппонентам. Стаценко, Скивко, Дудкина. Задняя линия Старшова и Лебедева. Ну, ротации, конечно, не так много сегодня мы видели. Старшова так всю игру провела пока. Проводит. Меняются линейные, меняется левый фланг. Но Тустюмчук мы, по крайней мере, не видели в сегодняшнем матче еще. Ну, а здесь прекрасный пас на Дарью Стаценко. И не менее красивый и точный бросок в дальний угол. Снимает паутину 81-й номер команды хозяев с дальнего верхнего угла команды ворот, который продолжает защищать Ксения Качаева. 19-12. 19 минут позади во втором тайме матча «Динамо-Синара-Луч». Динамовки пока уверенно лидируют в чемпионате. И, конечно же, мы надеемся на то, что это лидерство продолжится. И эти матчи домашние будут этому оплотом. Нарушение правил, которое вновь потянуло на 7-метровый. «Динамо» еще ни одного семеряка не бросило. Ну, а ворота «Динамо» мы уже видели, что 5 7-метровых назначили арбитры. Крупенников против Верещак. Мяч в штангу попадает. Ну, как известно, штанга – это фактически заслуга вратарей гандболи. Да и не только гандболи.
не реализовали свой момент игроки «Луча», уходят в оборону, «Динамовки» в позиционном нападении, «Скивко» с мячом, «Дудкина», «Стаценко», очередная атака «Динамо», забегание горячего назад. Ну вот, пожалуйста, Устимчук на площадке наконец-то появился. 23-й номер. В первой игре бывший игрок «Лады» не принимал участия, имеется в виду игра с «Лучом», но вот во второй пока вот несколько секунд на площадке мы ее видим. Посмотрим, как она себя проявит. Нет атаки, показывают арбитры. Дудкина, бросать нужно. Иначе, по-моему, рук Шановой коснулся и, тем не менее, очутился за спиной Ксении Качаевой. 20-12, плюс 8. Такого преимущества еще Волгоград в этом матче не имел. 10 минут осталось у нас. Даже меньше. 9,5. Элина Сиднина. Я думаю, что очень скоро мы увидим эту гандболистку на площадке. Впервые в сегодняшнем матче. 78 номер появится. А чуть было не потеряли в простейшей ситуации мяч игроки команды из Москвы. Ну, Лебедева уже готова была убежать в отрыв. Ну, а здесь с мясом Екатерина Махатадзе. И двухминутное удаление Устимчук. Отметилось пока Устимчук у нас в этом матче в двухминутном удалении. Пока. Плюс 7. 21 минута позади. Без вратаря. Но Дувакин уже не присаживается на скамейку запасных. Уже ждет на низком старте, как говорится. Готовится занять место в воротах, если мяч, конечно, будет потерян. Шестером. Динамо, Старшова. Вот интересно. Меняется с вратарем Лебедева, успевает добежать. Ну, в принципе, ближняя, да, конечно же, Маша Дувакиной. Ну, а Старшова, которая на правом фланге играет, вот при таких построениях, выходит в основном в центр. Тоже интересная такая задумка от тренерского штаба Олега Кулешова. Не стоит на месте 13 номер. Замена. Маша Дувакина назад. И пытается сейчас в Волгоградке что-то интересное придумать на правом фланге атаки. Мяч все-таки сохраняют. Бросок. И здесь блок в исполнении все той же Анастасии Шановой. Дудкина. А здесь бросок не точно. Но мяч касается кого-то из игроков команды «Луч». По-моему, это была Юлия Баева. Вновь Дудкина. Но здесь Качаева сумела спасти свою команду. Быстрый ответ «Луча». Махатадзе. Крупенникова. Так. Как сейчас выручила-то Маша Дувакина. Руку оставила в ближней девятке буквально, и мяч именно туда угодил. Но это мастерство. Это не повезло. Мария Дувакина. Великолепный сейв. Плюс 7 по-прежнему. В меньшинстве «Динамо». Буквально 10 секунд остается у нас на реализацию лишнего «Луча». И «Динамо» будет играть шестером в атаке. И с вратарем, конечно же. Все-все, нужно ворота занимать. Проснитесь, девчонки. Вот Колесникову вот так немножко вытолкали на площадку. Повнимательнее нужно действовать гандболисткам. И даже не только тем, которые выступают сейчас и которые заняты в игре. А те, которые на скамейке запасных находятся. Вот так. Интересный момент. Старшова бросала. Мяч попал в перекладину, потом в дальнюю штангу и вылетел в ворота. Хороший динамичный момент. Пробежка, показывают арбитры. Оно же двойное видение. Как угодно здесь можно все это трактовать. А Надежда Колесникова остается у нас в воротах. 6,5 минут играть командам в этой встрече. Замена. 17 номер на площадке появляется в составе команды Николая Измайлова. Ирина Мельникова. Меняет она разыгрывающую Юлию Крупенникову. И вот Сиднина. Посмотрим, что предложит в сегодняшнем матче Элина Сиднина. Ну, не так много игрового времени, конечно, получает она. Но вот, пожалуйста, сейчас заработала двухминутное удаление в составе гостей. Наверное, самую важную оборонщицу. Анастасия Шанова.
И будет попроще волгоградкам сейчас в центральной зоне. Соединена назад на Дудкину. Но можно бросать. Олег Кулешов пытается сейчас докричаться за своих подопечных. Иди сама, Элина. Но передачу вырезает на горячую Олесю. И здесь нарушение правил. 7 метров. Первый семерик сегодняшней встречи в исполнении волгоградского «Динамо». Будем наблюдать. Качаю против Турусиной. Ну и 67-й номер забрасывает свой мяч. Поздравляют одноклубницу партнеры. Минуту в меньшинстве еще Луч будет играть. В отличие от Олега Кулешова, Николай Измайлов. Вратаря на полевого игрока не меняет. Пятером против шестерых. Захарова. Тем не менее, Махатата с Захаровой-то смогли что-то придумать на левом фланге, несмотря на меньшинство. И забросила Захарова, я думаю, что одна из лучших игроков в составе Луча сегодняшней встречи, свой очередной мяч и 14-й мяч команды Луч сегодняшней встречи. В большинстве Динамо еще 35 секунд. Бросок мощнейший, Качаева не в силах помешать ему. Екатерина Скивко выпрыгнула высоко, забросила легко. 25 минут 45 секунд сыграно во втором тайме. «Динамо» впереди 22-14. Я думаю, что вопрос победителей уже быть не может. Баева на Мочалова. Вот так два номинальных правых полусредника. Организовали двоечку на правом фланге. Забросила мяч седьмой номер команды «Луч». Сократила отставание до 7 мячей. Напомню, что в Москве плюс 8 «Динамо» победила. Сейчас плюс 7 в Волгограде. Посмотрим, какими будут итоговые цифры. Дудкина. Анжелику Лебедеву мы в атаке практически не видели. Хоть бы раз увидеть, как она бросает. Но в сегодняшнем матче пока и возможности не предоставляют партнеры, увы. Бросок неточный от Седниной. 22-15. Мочалова. Хорошая троечка, но здесь заступ. Арбитры увидели. Счет прежний 22-15. 3 минуты играть. Не думаю, что динамовки будут куда-то сейчас торопиться в позиционном нападении. Еще пару-тройку раз мы точно Динамо Синару увидим. Скивко назад на Седнину. Бросок от Скивко на сей раз очень неточный. Качаева начинает атаку своей команды. Баеву Лыжина прихватила. Вот еще одно появление новое на площадке Динамо. София Лыжина. ...99 номер. Перехват. Ух ты! Как же так? То ли передачу хотела сделать на Седнину, то ли мяч просто выскользнул у нее из рук. Но теряют безобидной ситуации мяч волгоградки. И этим пользуется Юлия Баева. 22-16. Меньше двух минут играть с командам. Волгоградок можно поздравлять уже с пятой победой в чемпионате. Лидерство у волгоградок отнять будет в ближайших турах очень сложно. Но для того, чтобы чувствовать себя хорошо, необходимо игру наладить. Сегодня проблесками было очень даже неплохо, но и были моменты, когда у «Динамо» игра, к сожалению, не ладилась. Вот в данном эпизоде интересная задумка. В линию все-таки передачу практически вырезали на горячевую. Она этот мяч уже контролировала фактически. Но самый последний момент. Не без помощи игроков команды соперника этот мяч мы потеряли. Ну а в данном эпизоде передача все-таки не дошла до горячевой. Хотя и в ноги мяч попал кому-то из игроков «Луча». 7-метровый второй сегодняшней встречи.
на него наиграла Олеся Горячева. И Анжелика Лебедева, которая пока результативными действиями в этом матче не отметилась, получила возможность для того, чтобы вот этот нолик убрать в своей статистике. Качаева против Лебедевой. Ровно минута до окончания матча. 23-16. Анжелика Лебедева. Идет последняя минута встречи. Пятером против шестерых. Удаление столичной команды. Юлия Баева. Захарова. Федорова назад на Баеву. Вновь до Захаровой мяч доводит, но на сей раз 83-му номеру команды гостей точности не хватило. Замена Скипко вместо Лыжиной. 20 секунд до окончания встречи, которую «Динамо» было преимущество, которое пытались немножечко утратить, но все-таки все случилось очень и закончилось очень неплохо для «Динамо». Плюс 7. И вот плюс 8. Да, плюс 8, которые были в Москве, и плюс 8, которые есть в Волгограде. Пятая победа «Динамо» в чемпионате России «Шестерки Б». Мы поздравляем волгоградок с этой победой. Достаточно уверенный. Но будем надеяться, что сама игра станет лучшей у команды Олега Кулешова. И на этом, на этой приятной ноте мы с вами прощаемся. Смотрите гандбол, переживайте за наших. Всего самого наилучшего. Thank you.